have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, вон идет несчастный герой-любовник, которому так не повезло. Давайте посмотрим. Я на самом деле что хочу? Так, видение достать современный флаг министерства и голубой. Да-да-да, флаг мы достанем, там 45 часов. У нас еще хватит времени. Что я хочу? Я не помню, кто у нас тут был за изменения, кто был против изменений. Теперь, кстати, тут я работаю. Вот этот перец... Блин, я все позабывал. Фишка в чем, что мне нужно бы переписать изменения, но я не хочу переписывать. Я хочу, чтобы все осталось как есть. Может быть, я честно поговорю с вот этим вот чувачком? Так, какая хорошая погода, пожалуй, да, пораньше. Вы еще не закончили черновик? Все еще заняты большим пакетом реформ. Я всегда занят, Шварц. На данный момент я пытаюсь срочно записать отца к врачу. О, кстати. А, погодите. Мне же там еще надо было с кем-то насчет инсулина поговорить. Так. О, он серьезно болен? Бедный, что с ним? Ему плохо? Да, к сожалению, врачи расходятся во мнениях. Вот это отсутствие ясности нас с женой особенно беспокоит. Но ведь не для этого пришли, чтобы побеседовать о моем отце. Чем вас так заинтересовала эта реформа? Ну, это уже давно что-то вынюхиваете. Вынюхиваю, ну да. При этом из моего кабинета исчезают документы. Блин, ну чувак может 1+1 сложить. Ничего себе. Да, вор, видимо, совсем отчаялся. Реформа-то уже подготовлена и в ближайшее время реализуется. К счастью, в числе пропавших были и совсем пустяковые документы. Вот дилетант. Вот именно, но у меня закрадывается и другое подозрение. И какое же? Что кто-то пытается саботировать реформу. Что было бы очень глупо, ведь все делается с явного разрешения великого вождя. Подобный саботаж равносилен попытке самоубийства. Кому такое могло прийти в голову? Да, как-то кто-то мог вообще настолько тупым. Я тоже не знаю, Шварц, вы же знаете, что изменения невозможно остановить. Пары с котла нужно стравливать. Но теперь вы понимаете, почему ваше любопытство вызывает у меня подозрения. Лучше не суть у нас в этот проект, Шварц. То еще вас примут за саботажника. А подобное недоразумение может иметь фатальные последствия. Да, это мне точно не нужно. Спасибо, господин Крайнерт. Минуточку. Прогресс времени, предотвратить масштабную реформу. Я не хочу ее предотвращать. Понимаете, в чем прикол? Хорошо. Томас Нолерро. Это кто? Дайте я быстренько посмотрю, пока на паузе. Чиновники. А, это вот этот вот чел, у которого я и нашел, между прочим. Давайте тогда с ним поговорю сейчас. Надо научиться... Блин, счет за электричество, вы издеваетесь. Да не ты. Я запутался в кнопках. Черт. Заплатить. Да блин, я не успеваю смотреть, как эти счета накапливаются. Деньги у нас, кстати, вроде есть. Уже 11:35, люди уже на обед собираются. Здравствуйте, Фрэнк, рад вас видеть. Что привел вас в мой кабинет? Ладно, давайте с Хенкер начнем. Я ищу акт о заключении этого человека. Певица, ее зовут Кристин Хенкер. Блин, мне каждый раз коробит, когда я это произношу. Такими я не занимаюсь. Спросить лучше Зеллерс. Чем идет речь в тексте реформы? Чем конкретно посвящена реформа, которую вы с коллегами разрабатываете? Дорогой Фрэнк, вы ставите меня в неудобное положение. Я бы хотел во всех подробностях расписать вам эту реформу, потому что она привлечет забыдали. А разве мы это не читали уже в нашем обществе? Да, и в чем ее суть? К сожалению, нельзя ничего вам рассказывать. Ну ладно, очень жаль, спасибо, да, Фрэнк. Да, это, кстати, было. Так, хорошо, я еще одну редкую вещь. У меня к вам вопрос.
А, спрашивайте. Вы можете достать один препарат для укрепления иммунной системы? Называется цидовудин. Блин, кто это придумывал? Цидовудин? Для вас, что ли? А что вас так удивляет? Фрэнк, похоже, у меня сложилось о вас ошибочное впечатление. Это не для меня. Один мой, ну, знакомый болен. Вот как, понимаю. Что ж, у меня как раз осталась одна упаковка. Я ее стырил, чувак. Могу продать вам со скидкой по дружбе. Но учтите, если партнеру вашего друга тоже нужно, больше у меня нет. А зачем партнеру? То есть партнерше тоже это лекарство. Так, разве болезнь, при которой принимаются люди, настолько заразна? О, вы в этом совсем не разбираетесь, я смотрю. Это вирус иммунодефицита человека, он называется СПИД. К несчастью, он очень заразен. Так что, если ваш друг ведет активную половую жизнь, ему следует предупредить партнера. Так, смотрите, я думаю, что он уже заразил эту не балерину, а, короче, его соседку, студентку, которая к нему ходит уже вторую, там, третью ночь, что-то такое. Она потом заразит чувака снизу, я практически уверен, и к тому же всех своих клиентов. Я ему передам. И за сколько вы готовы отдать эту один? Для вас шорт всего за 2000. О, слишком дорого. Ох, как дорого. Я не могу себе это позволить. Так, хорошо. Я... Реформа. Задача решать... Что, блин? Прогресс, вопрос времени предотвратить? Как... Что? Погодите. Ладно, у меня в особых потребностях обновилось, что я больше не буду, что мне больше не надо с ним говорить. Я думал, что я как-то смогу бесплатно получить вторую дозу, но нет, ясно. Современный флаг, это понятно, и выяснить, где держат Керстин Хенкер. Кстати, с кем он мне посоветовал поговорить? Эть, давайте вот с ней поговорим. Да, зачем пришли? Вот, Хенкер. Не подскажете, где могу найти акт заключения Керстин Хенкер? Мы недавно обсуждали пересмотр ее дела в связи с условным досрочным. Подскажу, за прошлого года все акты заключения хранятся только в электронном виде. О, как. Из соображений безопасности. Все защищено паролем. Без соответствующего уровня доступа вы ничего открыть не сможете. Но у вас наверняка нужный уровень допуска. Вы вели это дело. Я хорошо помню цитату из книги великого вождя о разрешении конфликтов. Ну, вы понимаете, о чем я. Латте? Не знаю, мне каждый раз смешно с этим женским персонажем повставляли вот это латте. После того, как вы так живо интересуетесь этой женщиной, мне стало любопытно. Я очень удивилась, когда сама не смогла открыть акт о заключении Керстин Хенкер. А, как жаль. У вас есть предположение, почему? Подробности превентивного заключения под грифом «секретно». А это Кат. А это, в свою очередь, значит, что доступ к делу есть только у Эрнста Мюллера. О, как! Так что, как бы мне не хотелось помочь вам в разрешении конфликта, Шварц, боюсь, я не могу. Погодите, Мюллер, он же с Хенкером, типа, в нормальных отношениях, то есть... Я думаю, он... Ага, судьба мученица. Выяснить, держит Керстин Хенкер. Узнать, забрать, поговорить, выяснить. С Мюллером поговорить. Хорошо, поехали. Игра, пожалуйста, не лагай, я тебя очень прошу. Это... Я нажимаю вниз, чтобы... О, чувак на обед пошел. Я же работаю на втором этаже. А, причем у меня скоро уже будет хватать... А чего там трендите? Ни о чем. Мне нужно Мюллеру позвонить. Мне скоро будет уже хватать авторитета, чтобы повыситься. Самоповыситься, есть такое? Хорошо, набрать номер. Мюллер. Иди сюда. Похоже, вы с Мюллером у себя щелк. Кто у нас там от Мюллера? Альтман? Да, по-моему. Пип-пип-пип-пип. Госпожа Альтман сильно занята. Щелк. О! Номер Хубертсу? А почему? Кедок. Я ни с кем не могу.
поговорить. Знаете что? Наверное... Вот давай, может быть, с тобой... У кого из сотрудников я могу попросить переписать? Привет. Здравствуйте, господин Шварц. О, вам письмо. У меня тут письмо для трудолюбивой пчелки. Господин Шварц, я, конечно, рад, что вы оценили мое трудолюбие, но... Ой, нет, госпожа Зибальд, вы не так поняли. Так написано на конверте. Этаж до второй кабинет, первый. Моей трудолюбивой пчелки с любовью, мама. Лата? Да, нет, это письмо, погоди. Ох, как неловко. Сколько раз я говорил не писать мне на работу. Ничего, нечего стыдиться. Любовь в семье — это прекрасно, ее нужно ценить. А вы снова правы. Закончить. Письмо Зибальд случайно отнес, ладно. Ладно. Кстати, так, это флаг, выяснить, держит Кирстин, поговорить с Эрнстом Мюллером, как я с ним поговорю, заработать 25 тысяч единиц репутации, почти что, ну, идем туда, сомнительно, узнать, так, стоп, пауза, занимается ли Хельм проституцией, надо к ней прийти прям, поехали домой сейчас, отнести лекарство Питеру, пранкеру, с пранкером надо что-то делать, мне кажется. Рукотамба. Оборудование... Раз. Блин, мне этих 5 теперь не девать некуда. 2, 3. Насчет камер посмотрим. Я думаю, что я, наверное, пропущу. Что у нас там? Не, у меня есть 3 штуки. Ну, типа, на всякий случай. Но я, наверное, больше их покупать не буду. Честно, очень хотелось бы, чтобы время здесь можно было, ну, чуть-чуть замедлить. Потому что очень быстро все идет. Не успеваешь обрабатывать все, что происходит. А постоянно кладывать на паузу тоже неохота. Пожалуйста, не лагай. Я тебя прошу. Да, снова по делам бегать, а? Вы с Нора Хельм? Господин, я заметил, что вы часто видите с Нора Хельм. Жена говорит, вы красивая пара. Да, Нора классная, я в нее по уши втрескался. Если планируете переезд, мы не могли бы вы сообщить мне заранее? Че, переезд? Зачем? Ну, вдруг вы с госпожой Хельм собираетесь съехаться? Тогда одна квартира освободится, и мне нужно будет искать жильцов. То, чем раньше я смогу начать, тем лучше. А, да, да нет, об этом не беспокойтесь, господин Шварц. У нас с Норой ничего серьезного. Съезжаться не будем. О, как деликатно с вашей стороны. Мне бы, да. И мне бы так. Именно. Стоп, что? Я имею в виду, что вы не хотите обременять госпожу Хельм своей болезнью. Женщины в таких случаях сразу чувствуют большую ответственность. Так что с вашей стороны очень тактично не предлагать жить вместе, а заботиться о себе самостоятельно. Но вы знаете, любовь побеждает все преграды. Думаю, вам стоит оставить это решение за ней. А, вот вы о чем. Не парьтесь, Нора не знает о моей боли. О, и хорошо. А то еще засомневается, стоит ли продолжать отношения. А секс просто чумовой. Так что мне нужно от вас лекарство. Лимбадида, да-да-да, насчет лекарства. Насчет лекарства, которое вы просили. Вы достали, да-да-да-да, отдайте сюда скорее. Я не хочу это произносить просто. Оно от Twitch? Скажите, пранкер. Вы упоминали проблемы с иммунной системой. Это цитоидина. Разве не лекарство от ВИЧ? О, ну об этом мало кто знает. Но да, вы меня раскусили. А у вас есть партнерша? Если она информирована, ей ведь тоже нужно лекарство. Но это мы сейчас про... Да. Моя личная жизнь вас не касается, Шварц. Просто дайте мне таблетки. Действительно, удалось раздобыть упаковку. О, Шварц, спасибо большое. Ужасно мило с вашей стороны. Без этого мне карантин. Ра-та-та-та. Чувак, 2000, если что. И сколько мне придется выложить? А, вышло дорого. Я с трудом его достал. Вышло дорого. Всего 3000. Ядрен потом. Придется мне попотеть. Предупредите своих подружек. Пожалуйста, дальнейшее предупреждите своих подруг. Вы ведь можете их заразить. Это дело личное. Но я разберусь. 3 штуки дали? Дали. Так. Помните там у Така Петера?
которым вы отдали лекарство от спида. А, так ты уже все знаешь, типа, все норм? Куты. Да, конечно. Он снова радостно трахается, с кем попало. А, мне страшно. У вас проявились симптомы? Не знаю, я... мне просто фигово. Я ведь даже анализы сдать не могу. В нашей прекрасной стране ВИЧ не существует, не говоря уже о спиде. Если вам вдруг выпадет шанс достать то лекарство, что вы дали Петеру, пожалуйста, сделайте это. А, то есть я за 3000 ему продал, за 2000 я могу купить? Обязательно, госпожа Хельм. Сделаю все, что в моих силах, но это явно будет непросто. Не могу ничего гарантировать. Этот цедевирин дорогой и очень редкий препарат. Да зачем вы дали его этому мудаку? Он теперь половину женщин в округе перезаражает. Да уж, дружили. Удружили. А погоди, задача завершена, 3000 плюс 160, это, конечно, все хорошо. Оставь меня в покое, господин Шварц, это ясно, ну, по крайней мере, к нему она уже не пойдет. А, нет, погоди. Вот это сделай. И вот это. И вот это. Так, быстро дуем за ним. Мне нужно... Я не знаю, придет к ней клиент или нет. Вот в чем прикол. Новая улика занимается проституцией. О, нашлась! О, здравствуйте! Он прям выломал дверь такой. Выясните, где... Оставь меня в покое, господин Шварц. А, ну там же... Погодите. А, поговорите с Сабиной. А, то есть, сомнительная учительница, я достал все-таки доказательства, это считается. То есть, то, что она там тусила с этим чуваком, это не считалось. Тут... Ладно, поехали. Наверное, с Сабиной говорить, что ли, пока, может быть, она не спит. О, так ты у нас еще и употребляешь. Хотя я сам и достал тебе бутылку. Что ты хотел, Фрэнк? Насчет Норы Хельм. Репетитор английского, госпожи Хельм. Сабина, я выяснил насчет Норы. О, отлично, Фрэнки, что ты узнал? А... Блин, а как мне теперь поступить? Я же от нее получил квест на добычу... Она на меня обиделась. Не, ну ладно, она это, утка. На сожалению, слухи о деятельности, правда. Нора Хельм принимает в своей квартире клиентов. Мерзость какая. Может, еще и в то время, когда наш сын там. Сомневаюсь. Но точно ты не знаешь, когда женщине нужно избавиться. От тебя нужно избавиться, ты достала уже. Представь себе, в доме, где мы живем, работает шлюха. А если люди начнут думать, что в этом доме все женщины такие? Конечно, люди начнут думать, да, с тебя и начнут. Естественно, Александр к ней больше не ногой. Выгони ее из дома, хорошо? Я посмотрю, что можно сделать. Что ты хотел, Фрэнк? Закончить разговор. Блин, жена реально парит. Сказать Норе, что Алекс не будет с ней заниматься. Стоп, что у нас по квестам? Флаг. Ладно, судьба мученица. Выясните, держит Хельм. Знаем. Заработать 20... Знаем. Сказать Норе Хельм, что Алекс не будет с ней заниматься. Я не знаю, как предотвратить реформу. Ладно. У тебя клиент ушел уже? Ставь меня в покой. Так а как я тебе скажу, если он... Ладно, я тебя понял. А. Кто у нас тут чем занимается? Вот она еще одного клиента себе заказывает. Ну, себе. Так, дружище, ты пошел спать, да? Да. Окей. А, что я... А, флаг, пойдемте. А то я так сейчас добегаюсь. А, стоять! Хотел пойти прогуляться. В чем дело? Насчет вашей жены. Занимаюсь делом Кристины. Вы не могли дать мне немного больше информации?
Нет, но постарайтесь не облажаться, Шарс. Такие хорошие зацепки попадаются только один раз. Мы обязаны справиться. Я на тебя рассчитываю. Керст на тебя рассчитывает. Ясно, ты мне пока что ничего не скажешь. До свидания. А это внизу. Че это я туплю-то? Итак, современный флаг. Поднять современный флаг министерства на левом, а голубой на правом. Что за мутки? Синий, голубой. Поднять современный флаг министерства на левом. Современный. Это вот этот? А голубой на правом. Где эта тряпка? Вот она. Что, не так, что ли? Вот не бесите меня, пожалуйста, что из них левый и что из них правый? Оно же для меня одно левое правое, для него другое левое правое. Это типа с точки зрения игрока все-таки... Да, наконец-то. Хорошо. Значит, с моей точки зрения. Сообщите Эмме Грундих по телефону, что флаги... Вообще мне по телефону надо бы позвонить сейчас... Уже утро! Офигеть, уже утро. Я просто всю ночь на эти флаги сейчас просрал. Ладно. Набрать номер Грундих. Здравствуйте, госпожа Грундих. Поведение флаг, как вы просили. Вы молодец, Шварц. Ну вот теперь все выглядит гораздо лучше, не правда ли? Да, конечно, гораздо лучше. Замечательно, я рада. Я очень рад, что вы прошли проверку, господин Хуберц. Ценит ваш вклад. Ценит? Да, господин Шварц, он ценит вас как сотрудника и как человека. О, спасибо. Не за что, поэтому им очень не хотелось бы увольнять вас за такую мелочь. Увольнять? Но теперь это, к счастью, и не понадобится. Господин Хуберц будет рад разрешению вопроса с флагами. Я знал, что на вас можно положиться. Угу. Так. Мюллер. Не у себя. Альтман. А когда мне звонить? Не, понимаешь, что в 5 утра это такое себе. Хуберц? Вообще офигенно. Ладно, можно посоставлять пока что, пока у нас 5:30 утра, можно посоставлять досьешки. О, а тебя можно за это посадить. Так. Где там это? Вот. На, держи, отправить. Новое я больше вроде как ничего не находил. А, тебя можно тоже за сахар, чтобы ты уехала. Чиновники. Тебя можно за лекарство по... А, раз, два. А, блин, да что... Почему? Досье. Ха. Почему я не могу на него... Наверное, потому что он какая-то там особо приближенная к императору. Блин, чертовы штрафы. Подавитесь. Заработал, ага. Так, заработать. Это штраф заплачен. Штраф это. Так, поговорить сейчас с уткой. По поводу того, что мой сын больше не будет у тебя заниматься. Какой бред. Список счетов. Так, Нора. Ставь меня в покое. А как я теперь. Ай, иди нафиг, знаешь что?
ты еще и куришь. Она начала пить, курить. Донос. Гражданка Хельм, шестая, нарушение предписания, занимается вот этим вот самым. Где у нас там предписание? Вот они. 60-30. Надо на заводе работать, а не вот это вот ваше. До свидания. Она резко домой пошла, потому что ее сейчас арестовывать будут. Она тут, ребят. Руку там. Снова проблем, по делам бегаете? Да, закончите разговор. Ее тут сейчас ждать просто в доме будут. Чувак такой ходит по комнатам, ищет. Давай иди домой быстрее. Уже 12 часов, мне нужно на работу. А я жду, пока тебя арестуют. Ну вот она, ну держи ее. Зато квартира освободится. Можно пока с дочерью поговорить. Так, я тут собирался почилить насчет, насчет работы Сабины. Ким, мне нужно кое-что сказать. Твоя мама знает эти. Маму уволили. Это я виновата. Нужно было не ходить на эту демонстрацию. Это было ужасно глупо. А теперь мама потеряла должность пионер-вожатой, и черт с ней. Она меня ненавидит. Ты был во всем прав. Хочется просто лечь и умереть. Ким, не говори так. Ты не виноват, слышишь? Если кто из кого и стоит, так это меня. Я же взрослый. Нужно было найти денег. Ты просто хотела жить своей жизнью. Ты такой милый, дэдди. Но во что обойдется мне эта жизнь? Во что обойдется возможность носить эту одежду и прическу? Тюрьма? Мамино будущее? Мама меня ненавидит. И Алекс тоже. Цена слишком высока. Ох, Ким. Мы постоянно за что-нибудь расплачиваемся. Ее до сих пор везут. Там бьют по пути. Стоит ли мне ехать на работу? Наверное, стоит попробовать. Блин, мне что-то нужно с этой масштабной реформой. Я не хочу ее предотвращать. Вот в чем прикол, но я не знаю, есть ли у меня выбор. 14.05. Есть вторая половина дня. Ну просто вот эта часть, она же у меня. Ставь меня в покое, если очень нужно, заходи ко мне в кабинет. Так, блин, тебя никогда в кабинете нет. Ну поехали, попробуем еще поговорить. Нужно со всякими. Так, Шварц закончит разговор. Вряд ли мне кто-то поможет. Хотя вот этот вот дедок Балбесок может помочь. Что? Ничего. А он ушел, кстати, среди дня. Ладно. Он обычно вроде как вечером уходит. Сейчас 16. Так, вон чуваки возвращаются. Добрый день, господин Шварц. Надеюсь, у вас что-то важное. Я еще Хенкер? Скажите, вы что-то все знаете? Конечно, в чем вопрос? Можно ли как-то узнать, где держит конкретного преступника? Например, музыканта. О, с музыкантами всегда сложно. Зависит от того, насколько большая у него аудитория. Все деятели искусств находятся под пристальным наблюдением. У них всех есть склонность выступать против системы. Вождь их знает, почему так. Вам нужно найти акт о заключении. Можно проверить на сервере министерства, разумеется, только при наличии соответствующего разрешения. Другой вариант — обратиться к соответствующему сотруднику. Деятелем искусства занимается Ивона Зейлерс. Она знает, что их нельзя выпускать на свободу.
если к ним прислушиваются недовольные. Ну, то как спасибо. Так, реформа. Ну что, вы еще работаете над своей таинственной реформой? А, Шварц. Нет, мое дело сделано. Теперь жду дальнейших указаний. У меня для вас поручение. Мой господин Рюкерт, вы ведь не большой поклонник этой реформы, так? Это к делу не относится, я ответственный сотрудник. Я знал, что на вас можно положиться, а госпожа Альтман тоже это знает. Госпожа Альтман? Она поручила мне передать инструкцию Стивена Хубертса тому, кто должным образом их переработает. Кому-то, кто сможет на их основе составить благоразумный текст реформы. Инструкции сформулированы довольно расплывчато из соображений безопасности, но вы точно разберетесь. Погодите. То есть я не могу пойти, честно сказать, вот, чувак, против вас тут копают, нате обратно эту штуку, заберите. Но срабатывает триггер, что я могу переделать. То есть я иду к персонажам, которые заранее против реформы, и у меня срабатывает триггер, что я могу ее переделать. Эти инструкции поступили из отдела 5. От самого Стивена Хубертса. Можете просмотреть их, не торопитесь. Давайте-ка их сюда. Ну, вроде оформлено все правильно. Но помните, что ваша рукопись сначала пройдет через руки госпожи Альтман. Именно она будет оценивать ваш труд. Я понял, тогда я уже сейчас приступлю к работе, Шварц. Дайте мне пару часов, мне нужно сконцентрироваться. Так, а, ну да, с ним только в кабинете можно. Хорошо, по крайней мере, это наш единственный... О, а вот это что я раньше не делал. Выберите желаемое действие. Компьютер says no, если что, приехала ачивка. Просмотреть акт заключения Кирстин Хенкер. Повышенный уровень защиты. Выберите свой пароль сотрудника. Фрэнк Шварц, уровень пользователя слишком низкий, запрос отклонен. Ну, это ясно. Я просто только сейчас подумал, что это может быть компьютер. Так, дружище. Забрать, вот. Добрый день, господин. Надеюсь, у вас что-то важное. Так вот, вы закончили? Ну как, рукопись реформы наконец готова? Все верно, дорогой господин Шварц. Вот, передаю вам с большим удовольствием. Я рад, что поездка за границу теперь еще более ограничены. Нет, неприятные льготы для работников месяца снова отменяются. То есть, что вообще человеку без дипломатического паспорта может понадобиться за границей? Тут должны допускать только ответственных дипломатов, не так ли? Ну, не знаю. Даже не знаю. В метафоре господина Крайнерта с паровым котлом есть своя логика. Не мелите чепухи, Шварц. Без дальнейшего ограничения свободы передвижения нас ждала бы катастрофа. Только представьте, что было бы. Тысячи, миллионы людей могли бы просто взять и уехать из страны. Что было бы для них правильно, наверное, да? Ну, то есть, по сути, оставляя старые реформы, мы создаем железный занавес, еще более герметично закрывая страну. И продолжая творить тут всякий беспредел. Опять яблоки будут запрещены, между прочим. Последствия такого решения для нашей страны невообразимы. Спасибо, что доверили мне это задание, Шварц. Так, подмените рукопись реформы в кабинете Крайтера. Он как раз ушел, да? Я подожду, пока этот тоже уйдет. Все уходят. Давайте, ребят. Давай, до свидания. Фух. Это же кабинет Крайтера, насколько я помню. Так, рукопись реформы. Хоп. Подделка. Хоп. Ну, наверное, так. Мне не нравится то, что я это сейчас сделаю. Мне прям совсем не нравится. Я не хочу оставлять старые реформы. Как по мне, это неправильно. Кстати, я потрачу еще одну отмычку. Все равно они только для этих кабинетов. И еще одну отмычку я потом заюзаю, наверное. О, а что мне стоит сделать с этой рукописью? Я бы такое, что оставил бы ее, ну, себе, наверное.
Свежий номер журнала о мужской моде «Столпы и наследие для современного человека». Да, давайте заберу. Тут вроде как воровство, как во второй части, не карается. Так, гель для волос, духи. Где у нас там обход идет сейчас? Ууу, смотрите, кто это. Не сейчас, Варс, ты уволен. Ты уволен? Так, письмо Майнхарту. Майнхарта мы знаем, причем хорошо знаем. Не понаслышке, как говорится. Где у нас сейчас охранник? Я его не вижу. Давайте сюда вломимся. Я не знаю, что мы там можем... Вон он, наверху, на верхнем этаже, да? Там двери открываются, закрываются. Но он же в любом случае сначала в 301 зайдет. Фото с охоты. Охотничья фотография. Я ее заберу. Я не знаю, зачем я эти личные вещи сейчас ворую. Ладно, час ночи. Поехали домой. Мне нужно поговорить... А, минуточку. Может, я отсюда с телефона сейчас позвоню, доложусь? Чтобы не тратить время. Так, а это у нас... А, это у нас... Ну, давайте досье на свою же жену допишем. Почему бы нет, раз мы уже стали здесь что-то делать. Так, набрать Лоти. Алло, госпожа Альтман. Айду. Да, Айду. Я подменил рукопись реформы в кабинете Армина Крайнерта на исправленную версию. Я на самом деле не понимаю. Погодите, Альтман, она же вроде должна быть за изменения. Нет. Нет, погодите, нет. Да, все правильно. Мы спали. Господин Рюкер проделал большую работу, скажу я вам. Теперь ездить во вражеские страны будет не так-то просто. Вы молодец, Шварц. Вы уберегли страну от хаоса немыслимых масштабов. Отличная работа. Владение загранпаспортом крайне непатриотично. Погодите. У меня есть загранпаспорт. Вот он. Бесполезен после реформы о свободе передвижения, поскольку из страны разрешено выезжать только дипломатам. Получается, я могу его использовать, как подбросить кому-то куда-то. Кстати, телефон звонит, и у меня 20, почти что 4 тысячи генеральная уборка. Снять трубку. Оно не на время. Новый счет, чтоб тебя заплатить, знаете, подавитесь. Может, я дома сниму трубку? Ладно, давайте. Алло, говорит Шварцфрэнк. Шварцфрэнк, да. Альтман у аппарата. Вы проделали очень хорошую работу с реформой о выездах, Шварц. И Стивен Хуберс в ярости. Ну, правильно, мы же типа... Но Армина Крайнерта за то, что... А, на Армина Крайнерта за то, что он переначал суть реформы. Пожалуй, теперь Хуберс уже не с таким энтузиазмом будет защищать Крайнерта, как раньше. Вы так думаете? Да, дни Крайнерта сочнее. Если доведете дело до конца, у вас может появиться возможность продвинуться вверх. До конца? Продвинуться? Не стройте из себя тугодума. Как вы знаете, Крайнерт для нас уже давно как заноза в боку. Позаботьтесь о том, чтобы его устранили. Вам нужны всего лишь улики, настоящие или поддельные. Затем донесите на него, и перед вами откроется путь наверх. Конечно, при условии, что ваша репутация в министерстве будет достаточно прочной. Все остальное зависит от вас. А я не хочу именно найти компромат на Крайнерта. Он у меня есть, этот компромат. Я не хочу именно Крайнерта выгонять. Но, блин, это что, какое-то сюжетное прямо. И вот кабинет специально, кстати, подсвечен, видимо, чтобы проще было
Я могу паспорт ему туда положить. Так. Его же сфоткать надо. Блин. Я на самом деле не хотел идти по этому пути. Зайди, пожалуйста. Ну, то есть я могу прямо сейчас Крайнер-то и сдать. Нет, 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 не набрать, положить. Донос. На чиновника. Блин, дружище, честно, не хотел. Так получается. Так, 60-35. Ну вот, человек как лучше хотел, а получилось как всегда. For the Nation. Пришла ачивочка. Подсомнительную учительницу задание провалено, потому что там уже арестовали, тут сейчас арестуют. Я могу с ним поговорить перед тем, как его арестуют? Что вы хотели? Я знаю, что вы как-то связаны с провалом в реформе. Доказать я это пока не могу, но я еще копаю на, но я еще накопаю на вас грязи. Не понимаю, о чем вы, господин Крайнер. Ну, вы все понимаете, Шварц. Еще хитрый пес. Насчет накопаю грязи, чувак, к сожалению, у тебя теперь только в камере это получится. Но я не хотел тебя сдавать. С виду такой наивный, а на самом деле только того и ждет, как бы всадить ближайшему нож в спину. Ну, у меня жена, господин Шварц, и больной отец. Как мне его водить его к врачу, если меня уволят? Об этом вы подумали, Шварц? Я... Чувак, тебя не уволят. У меня для тебя такие новости. Тебя не уволят. Новый счет. Операция Александра. Сфига ли? Какая операция? Так, мне нужно 25 тысяч, чтобы... Давайте домой. И из дома я, по-моему, кстати, все отмычки израсходовал. Из дома попробую позвонить. Какая нафиг операция? Вы о чем? Сфиг ли ты вообще заболел-то? По крайней мере, мы нигде не на таймере. Поговорить с Эрнстом Мюллером. Как мне это, блин, сделать? Я уже лично его видел. По телефону пытаюсь к нему дозвониться. Хоть что-нибудь дайте мне, пожалуйста. Робототу. Робототу. Снова по делам, да. Как ты догадался. А, это ты. Случилось нечто ужасное. Алекс в больнице, ему срочно нужна операция. Что? Откуда ты узнала? Пришло письмо со счетом за операцию. Необходима полная предоплата. Какая операция? Что вообще произошло? В письме говорится, что Алекс получил травму ночью на турслете. Что, блин? Он неудачно упал, а теперь ему нужна операция. Фрэнк, она ужасно дорогая. Но нужно где-то достать эти деньги. Врач пишет, что Алекса поврежден позвоночник. Если не прооперировать, сейчас он никогда больше не сможет ходить. Успокойся. Замет, постарайся успокоиться. Проблему можно решить только с ясной головой. Мне уже счет пришел, кстати. Так. Да-да-да, я спокойно. Но деньги на операцию собрать нужно. Моей зарплаты их едва хватает нам на жизнь. Ты уже уволена вообще. Пообещай, что успеешь собрать сумму в срок, Фрэнк. Ради нашего мальчика. Это будет не... Ну, не переживай, ладно. Конечно, солнце, я на этот способ, мы справимся. Я могу тебя продать? Просто вот... Взять, кинуть куда-нибудь и продать. Мюллер. Как мне поговорить со сраным Мюллером? Блин, собака, ты такая. О, оно само звонит. Алло, Шварц. Мне уже доложили, что произошло. Армина Крайнерта арестовали. Надо же, какое совпадение. Да, я тоже слышал. Слышал случайно вообще. I do. Да, что плохо для Армина Крайнерта.
То хорошо для Фрэнка Шварца. У меня тут освободился кабинет, и вы заслужили повышение. Так что прочь у вас на место Крайнерта в отделе 3. То есть, когда кабинет освободится, туда можно просто переехать? Секунду, сейчас уточню, если требования были... Все ли требования вы выполняете? Да, результат, на удивление, хороший. Что ж, тогда поздравляю. Меня повесили? Именно, вы переходите в отдел 3. Я могу быть уверен, что мне не придется жить об этом решении. На все 100%. Конечно, на все 100%. Это я хотел услышать. Можете переезжать в свой новый кабинет в отделе 3. Пропуск. Отлично. Я на третьем этаже. Как мне с сраным Мюллером поговорить? Работая на третьем этаже министерства, все равно приходится вот этим всем говном заниматься. Так, ладно. На дочку нам нужно было 6 тысяч, на сына нужно... до свидания. На сына нужно 100... Ой, 10 тысяч. Так, это у меня заканчивается. Что у нас по жильцам? У тебя все хорошо? У тебя вообще все замечательно. Двигайся, пожалуйста. Погоди. Отремонтировать, сдать. Кому? Альберт Бюлов. Мужчина 30 лет, холост, коммивояжер. Заинтересован в новых знакомствах. Заинтересован в новых знакомствах. Давай, поехали. Квартира Бюлова. А, это ты собрался выйти сюда и скакать на скакалке? Ку-ку, дядя Шварц. А вот и он. Здорово, чувак. А, добрый день. Должно быть тот славный управляющий, о котором я уже столько слышал. Все верно, управляющий. Меня зовут Фрэнк Шварц. Откуда вы от меня... Это сутенер, что ли? Рад познакомиться, господин Шварц. Я раньше работал в архиве с господином Булхаузером. Окей, я понял, это не оттуда ниточки тянутся. Булка вас очень восторженно отзывался. Правда? Я же из архива целую вечность назад ушел. А вы кто? Как невежливо с моей стороны. Альберт Бюлов, к вашим услугам. Очень рад, что ж, устраивайтесь, обращайтесь, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо большое, обращусь непременно. Может, пообщаемся как-нибудь, познакомимся поближе? Ой, даже не знаю, будет ли у меня на это время. Ну давайте, я был бы так рад, мы ведь с вами практически коллеги. Пожалуй, а что вы предлагаете? Я придумаю что-нибудь интересное и дам вам знать. Мне вот что интересно. Ты у нас квартира номер 3? Квартира номер 3. Блин, зачем я это делаю? Ты дома или не дома просто? Вроде не дома. Где она там сахар держала? У меня больше не осталось никаких подстав. Вроде, ну, должен быть на кухне, логично. Ать, забираем. И яблочко тоже забираем. Я мог ее, конечно, шантажировать, но мне проще, чтобы у меня был предмет... которым я смогу подставить какого-нибудь человека. Теперь. Что мы тут делаем? Ну-ка, я с ней вообще. Нет, ну я с ней вроде разговаривал, да? Оп, маневрируем. Здравствуй, я Фрэнк, управляющий твоего дома. Здравствуй, я Илья Хашберт, приятно... я с ней даже не знакомился еще, у нее уже сахар украл. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Спасибо, буду знать. Позвольте спросить, а кем вы работаете, госпожа Харшбергерс? О, конечно, я сотрудница в ООН, в банке. Хорошая, тихая работа, если подумать. А вы только жилье сдаете? Вообще, так все таксисты говорят, нет, это у меня для развлечений, на самом деле у меня есть бизнес.
Вообще-то нет, я также работаю в министерстве, занимаюсь важными задачами. Благо. Как увлекательно, с двумя такими важными работами вы должны быть ужасно занятый человек. Потом побеседуем, госпожа. Сейчас не стану вас больше задерживать, приятно было познакомиться. Взаимно, господин Шварц. Как дела? Все нормально, большое спасибо. Могу я спросить, чем вы занимаетесь в течение дня? Да, конечно, я работаю в банке, так есть марки... И по телевизору идут хорошие передачи, то есть марки собираешь. Марки вы их коллекционируете? Да, надеюсь, однажды мне в руки попадется настоящий консульский полтинник. Ого. А, ясно. Приятного вам коллекционирования. Спасибо, господин Шварц. Ну, собирался почилить плохие новости. Нужно кое-что сказать. Четко грустный. С твоим братом произошел несчастный случай. Куда-то? Несчастный случай, в смысле? Он что, опять лазил ночью по лесам со своими пионерами? Я ему говорил, что это опасно. Но он хоть цел? Пока неизвестно, ему нужно опираться на спине. Он стоит очень дорого, мы пытаемся собрать деньги. Куда-то? Звучит серьезно. Удачи. Ну, в принципе, она ребенок, что она может сказать? Давайте я вам заработаю? Нет. Как мне с Мюллером поговорить, блин, чтоб тебя. Надо еще средства купить. Где оно там было? Раз, два, три. Раз, два, три. Можно, конечно, купить какой-нибудь контрабанды, например, да? Знаете, что я сейчас сделаю? Ночь только начинается. У нас есть еще буквально пару минуток. Я хочу поставить камеру у своих новых коллег. Я же теперь имею доступ на четвертый этаж. Значит, мне доступны камеры третьего этажа, которые я сейчас, конечно же, и куплю. Да нет! Добрый день, я Фрэнк Шварц, хотел бы представиться. Эмма Грундих, добрый день. Ханту. Приятно познакомиться. Взаимно, взаимно. Вы покушать любите, господин Шварц? Ну да, без еды не выжить, так что да. Нужно уметь наслаждаться едой, дорогуша. Что может быть лучше иностранных деликатесов? И кофе. И не поспоришь ведь, да? Так, скажите... Ясно, проскажите, у нас тут... Да. Значит... Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Получается, вторая камера у нас просто как запасочка. Второй, третий, четвертый. Опа. Сраный пропуск, я забыл про него. Отлично. Ломаем его полностью. Так, тут. Погодите, это охранник? Охранник внизу. Все, поехали рыться. Пожалуйста, вот эту. Камера МК-3. Пепельница? Зачем я роюсь в пепельнице? Здравствуйте. Борейские виски. Коробка сигар. Виски я заберу, пожалуй. Нормально, так чувак получил повышение, и тут вдруг у всех начали пропадать вещи. Может быть, в доме потом все поменять на там МК-3 или МК-4. Посмотрим, понадобится ли оно мне вообще или нет. Так, следим за охранником, следим за... Ох ты ж. Зеленые яблочки. Коврик для йоги. Что интересно. Блин, а я их три штуки купил, да? Ладно, значит, где-то придется поставить МК-2. Я же говорил, пусть они будут чисто как для...
Здравствуйте. Блин, а у меня теперь появляется ощущение... газировка, шипучка. Я почему-то подумал, что кабинет это 3. Да, у меня остались только МК-2. Ладно, сюда поставим МК-2, так уж и быть. МК-3 дорогие, заразы. Денег у меня всего 13 штук осталось. А, записка бумажная. Бумажка из ящика Эрнста Мюллера. Это я заберу. Дырявое фото мне не надо. Дартс мне... Это кабинет Мюллера. Теперь я могу пойти... Теперь я могу пойти и его кодом попробовать... Ну-ка. Это то, что я думаю, да, сейчас? Иди сюда. Код повода. Выберите желаемое действие. Да, Хенкер. Уровень защиты сотрудника... Нет, я думал, что сейчас смогу зайти под кодом бумажка из ящика Эрнста Мюллера со старательно выведем номером 72 76 281. К чему она может быть? Знаете, тогда что, ребят, давайте. А, я теперь с Эрнстом Мюллером могу лично поговорить, когда он придет. Супер. Тогда давайте на этом моменте будем заканчивать. Я сейчас вот сохранюсь. Сохранено. То есть не по телефону я с ним могу поговорить, а сейчас он придет на работу с утра, я смогу с ним лично поговорить. И тогда... минуточку, там есть, кстати, кнопка. Ха, очень интересно, надо будет потом попробовать в нее потыкать. Если что, вот она. Криз, что-то там написано. Так вот. Придет Мюллер, я смогу поговорить с ним насчет Хенкер. К тому же, я, наверное, попробую что-нибудь с жильцами поделать. Может быть, вот алкаша со второго этажа посадить. Потому что квестов он никаких не дает, он просто занимает у меня квартиру, нафиг он мне нужен. Я ему что-нибудь подкину и выкину его к черту. Ну, блин, ну алкаш, ну что с него взять? В общем-то, тогда такие планы у нас на следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда.